Я же не иду в политике, я не иду в депутаты. Я не являюсь членом, никогда не буду ни одной партии. Не занята только политикой, а я занята только людьми. Вот. Поэтому надо найти какой-то вот кусочек, в котором мы договоримся. Да, и пусть этим кусочком будет благотворительность, в котором мы забудем все политические амбиции и устои, права и так далее, и так далее. И будем соблюдать права тех, у кого они нарушены.